Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы заглянули на наш огонек космический и посетили наш блог. Сегодня наша тема посвящена тому, как во время урока заниматься с группой детей. Мы рисовали лунную станцию. Детям тема очень понравилась, они ей вдохновились. Занимались с рвением большим, но у детей, а группа, несмотря на то, что даже небольшая группа, скажем, из человек 9, все равно у них много вопросов. Как рисуется космонавт? Как рисуется луноход? Как рисуется здание? Как делаются какие-то отдельные элементы? Как рисуется ракета? Это все задавали мальчики и девочки. И поэтому, чтобы в процессе рисования не уходило очень много времени на объяснение, есть такие вот заготовки. То есть делаешь, вот скажем, так рисуется ракета. Спрашивают, а как сделать металлический блеск? То есть, как сделать металлический цвет? Объясняю, что металлический эффект фактуры металла, он создается с помощью блеска. И вот такими серыми оттенками, светлыми и темными, можно этот блеск достичь. Также очень интересно дать им то, что, чтобы им интереснее было рисовать, что можно сделать космическую собаку, космического кота. Можно, опять же, как построить луноход или специальный автомобиль для передвижения по плоскости Луны. Не обязательно на четырех колесах зацикливаться, можно сделать три колеса. То есть вездеход может быть самый разнообразный. Так, ну и, конечно же, космонавт или астронавт. То, что вот этот вот защитное стекло у шлема, делается блик, потом вокруг него темно. Здесь немножко оставить под отражение овальчик. Сосисочка, 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 потом колбаски, пальчики, хорошие такие бутсы, обувь, наколенники, налокотники, небольшое количество элементов, наплечники, ранец обязательно для жизнеобеспечения. Вот у нас из этих деталей складывается уже картина, потом здание также объясняется, строится, но главное, чтобы вот этих листочков с пояснениями у вас было несколько, потому что за время урока вы и сами рисуете вместе с ними, и на вопросы, которые у вас у них появляются, вы даете ответы. Вот такое вот у нас для вас маленькое угощение в виде объяснения, как ведется онлайн-урок и какие могут возникнуть вопросы у детей. Желаем вам космически хорошего настроения и следите за нашими выпусками. Следующий выпуск будет тоже об очень животрепещущей и интересующей вас тематике. А какой, узнаете потом.